Добрый день, друзья и недруги. Послушайте обращение Владимира Жириновского к Павлу Дурову. Это было в форме как бы поздравления с очередным днем рождения. И сейчас, в нынешнем контексте, в связи с арестом Дурова в городе Парижске, очень многие вспоминают этот ролик, говоря о даре предвидения, которым обладал Владимир Вольфович Жириновский. Жириновский действительно очень многие вещи угадал. Я помню нашу беседу по поводу Зеленского, он даже не мог вспомнить его имени. И никто, кстати, в съемочной группе не помнил, как зовут шоумена Зеленского. Он тогда уже сказал, что Зеленский будет президентом. К сожалению, он не угадал с Чубайсом. Чубайса он считал, что надо арестовать прямо в кабинете. Ну вот, Анатолий Борисович, как вы знаете, уехал и организовал в Израиле специальную команду и группу, которая консультирует врагов России. Вот. Это отдельная, конечно, песня и отдельный разговор. А возвращаясь к Жириновскому, я могу сказать, что очень многие, конечно, за счет подачи воспринимали Владимира Вольфовича как клоуна. Но он играл такую роль. Вот этот был такой инфант-терибль российского истеблишмента. Но то ли за счет тесной связи с чекистами, мне про это рассказывал еще в 94 году, то есть ровно 30 лет назад, тогдашний глава московского ФСБ Севастьян. Я брал полосное интервью для нового взгляда своего, и в частности там вот про Жириновского говорил. Так вот, неважно, то ли у него инсайт всегда был от людей со специальными знаниями, то ли у него потрясающая чуйка, это не важно. Существенно то, что Владимир Вольфович очень многие вещи предвидел и предсказал. Еще раз, послушайте его поздравления с днем рождения и это обращение к Павлу Дурову. Паша, дорогой, с днем рождения тебя. Ты молодец. Ты практически наш русский Цукерберг. И мы все пользуемся созданными тобою сетями ВКонтакте и Телеграм. Сколько времени надо еще шляться по заграницам, бегать по чужим углам. Я чувствую, не принимает тебя чужая земля. Здесь, на родине, и интереснее, и веселее. И мы все чувствуем себя большой, теплой семьей. И день рождения, Паша, хороший повод задуматься, а не пора ли вернуться? Тебя ждут родные берега. А Зеленский, как его зовут? Все, никто не знает, как Зеленского зовут. Ну что ж вы. Будущий президент. Будущий президент соседей. Наш русский Александрович. А мы скажем, он Владимир. Владимир. Да, Владимир. Володя. Володя. Володя, да. Сколько Володи? Ленин Володя, Путин Володя, Президентский Володя, Жириновский Володя. Четырех Володей Европа не выдержит. Четыре Володи сожрут Европу и Украину, и Россию. Ну? Вы сейчас можете повлиять очень серьезно на ход выборов. Я сейчас вам говорю. Скажу, вот Жириновский поддерживает Зеленского. Да. И все, и сразу все ломанутся на Порошенко. Потому что Зеленский, он берет тем, что он не политик, что он не был министром, он никем не был. И он молодой, наверное, самый молодой из кандидатов, 40, там, 40 с небольшим. И его знают все. Слышали его такие хорошие шутки, прибаутки. Я вас уверяю, Петросян мог бы у нас победить или Жванецкий. Запросто мог победить. Не Грудинин, а пошел бы Петросян и Жванецкий. И получил бы большое количество голосов. Поэтому победит Зеленский, но сам по себе он не победит, потому что поможет Игорь Валерьевич. Коломойский, да. Вот. А
Вас ненавидят. Вместе с вашими Зюгановыми, Навальными и прочими демократами. Ваши Гайдары, Чубайсы и прочее, прочее, прочее. Ну, Гайдара, кстати, Гайдара в живых-то уже нету. Ну и что, слава богу, ведь он совесть ездил. Понимаете, у человека была совесть, и он умер, ему было 56 лет. Ельцин умер, совесть есть. У русских людей есть такое чувство, совесть. Они поняли, что натворили. Вы наглец, считаете, хам, Чубайс. Так. Вот это вот только арестовывать. Прямо в кабинете, в наручники. Бурбулис, понимаете. А Бурбулис-то он жив? Жив еще, жив, к сожалению. Вот, то есть, это остатки ельцинской колоды. Илюшин жив, его помощник. Батурин. Это они нам устроили на Кавказе всю эту, так сказать, вот, катавасию, когда столько погибло наших солдат. То есть нужен... Вот почему вот я как бы пользуюсь вашим каналом, в основном это Москва. Московская интеллигенция во всем виновата. Понимаете? Вы хотите Ельцина. Сейчас вы хотите Навального. Вы не понимаете, что никогда они ничего не сделают. Они преступники. И Ельцин, и Навальный. Да Ельцина нет уже. Вы что сказали, что он ценесливый? Ну он умер от того, что он напортачил. Ага. Но его к власти привела Москва. Провинция его ненавидела. И московские женщины с кошечками и с собаками его привели к власти. Но их мужа нету, не с кем позабавиться. А кошки все-таки это животные. От этой зоофилии устают, и вот Ельцин, Ельцин, Ельцин. Вот его избрали. Дурака избрали. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24». Гойда!